Приветствую всех, с вами Shadow Master, и мы продолжаем проходить игру Crusader Kings 2. В общих сериях мы немножко оттяпали территорию Дании, а потом просто сидели мирно. А может, оттяпали в позапрошлое, я уже и забыл, честно говоря. Здесь... Почему у нас тут... Почему Володай у нас такое плохое снабжение? Вроде нормально развито, даже есть рыночный городок второго уровня. Крепостей нет, но крепости они не рыночные. Я это сделал только ради того, чтобы некуда было деньги девать. Потом обязательно будем создавать храмы. Села, конечно, не хочу. Может, потом все равно города сможем делать. Ой, сколько. Откуда у нас так много людей, за которых мы можем пройти выкуп? Я ж помню, у нас, во-первых, тюрьма не была настолько большой. Во-вторых, не хотели отдавать за них выкуп. Ни в какую не хотели. Я говорю, может быть, сейчас получится и без Египта создать. Да, кстати, у нас уже почти 200. Там одно колесо дает, получается, 400 престижа. 400 престижа. Ну, смотрите-ка. Вроде все уже, или почти все у нас уже заплатили денег. Поэтому мы сейчас что делаем? Сейчас мы просто создаем королевство в Швеции. И объявляем войну. За герцогство. Во-первых, так, и срок провинции. Можно либо за это, либо за это. Но здесь у тебя есть границы с Шотландией, а я не хочу, чтобы ты воевал с Шотландией. Также можно за де юре, но за де юре я не хочу. И 6 лет ждать перемирия, когда у нас конунг может умереть в любой момент, я тоже не хочу. Советская игра голосует в большинстве случаев. Большинство... В большинстве за. Странно. Ну, противник слишком силен. Такой себе. Сейчас мы подождем, когда у нас подойдет армия. И после этого... После этого начнем войну. К тому же престиж... К тому же престиж у нас все равно более чем достаточно для объявления войны. У нас в городе вообще максимально, точнее, текущий почти 20 тысяч. Но при этом на данный момент мы обладаем только 11 тысячами. А жена Хаврит попросила у вас пост в совете. А вы не сомневаетесь, что сегодня выйдет хороший кастер, но это весьма необычно, если не сказать скандал. Сава будет недовольна. У тебя 18, у нашего текущего канцлера 19. Поэтому мы тебя не будем звать в совете. Да и взяли мы тебя только для того, чтобы у нас очень, размер очень был в районе 9. На самом деле, конечно, жалкие люди стоят. О, кстати говоря, у нас два лоялиста. Лоялист это у нас советник и тайна советника. Маршала можно, значит, какой-нибудь лоялиста. У нас куча лоялистов, на самом деле. Куча лоялистов, но при этом мы почему-то стоять не можем, нормально продвигать. Ладно, ставим тогда маршала. Или не маршала, можем тогда проявиться. Может, у нас тем не... Потому что нам все-таки... А Маша попал по связям, потому что он сильно вассал. Да, кстати говоря, можно спокойно опасать другого провидца. Будет тот же самый результат. Отправим, куда мы его отправим. Отправим тогда финских язычников. А что финских язычников, а маршала организовать побег. Набег, точнее. Война с Данией. А, да. Чё, сейчас. Что, скоро подойдут. Тем временем война с Египтом продвигается на 69% положительно. То, что надо. Но как раз по угрозе мы, по идее, должны...
По идее, как раз таки сможем захватить два герцогства. Два герцогства, но этого, правда, чуток совсем не хватит для того, чтобы создать империю Скандинавии. Там надо бы побольше. А, нужно 80%. Хотя, может быть, 6 принцев хватит, точно не уверен. Епископ. Так, что игра так долго грузится? Епископ Петар продолжает проповедовать свою религию в округе Адгир. Похоже, что число его сторонников все увеличивается. Побывав на нескольких его проповедях, вынужден признать, что новая вера может принести некоторую пользу. Пусть Бог примет вас. Нас. Почему я так сильно путаюсь? Пусть сообщит своему сюзерну, что вы желаете поддержать ваше обращение со своей стороны в другую веру. А, у нас уже был такой ивент. Да. Когда-то давно. Я помню, что можно было изгнать его. У нас не престиж. Здоровье. А условной вере и отношениях с ней. Что за основание со здоровьем? А он нас ненавидит. А потому что он хочет получить. Он теперь хочет получить постсовете, так что фиг себе. А он еще к тому же амбициозно стал. Зарядает лихорадки. Мы смотрим, как здоровье, потому что у него все очень плохо. У него война с титул за земли области Финляндии. А, восстание. Восстание, ладно. Но не хотелось бы, чтобы все-таки одни феодалы воевали за другие. Христианское восстание в Блекинге. Урпировал. Дисгрейфул. Не прекрасно, не великолепно. Я же думал, что это Нитро, а на самом деле нет. Наш сын. Он до сих пор у нас, кстати говоря, гомосексуал. Нет, а, да. Гомосексуал и принял варяг. Так, престижа 357. Армии наготове, осталось только полководцев. 22, так. 21. 8, и 20. Опять к нам присоединяется Ярл Мерсии. Во-первых, так, а во-вторых, надо бы и продвигать совет. Положение женщин. 3 на 3. Давайте тогда положение женщин будем увеличивать. Женщинам разрешается занимать некоторые второстепенные должности, которые иногда позволяют им влиять на решение тех, кто действительно отвечает за что-либо. Но у нас уже была прекрасная женщина. Тайный советник? Я не знаю почему. Почему мы сейчас... Мы тогда могли нанимать, а сейчас мы можем? Или нет? У меня вопрос. Нет, судя... А, смотрите, мы можем тоже придворную нанять. Еще одну придворную. То есть мы можем как бы... Мы можем спокойно нанимать... Женщин тайными советниками. Я не знаю. Почему нам говорят, что мы этого делать не можем? Может тогда лишение свободы, изгнание или казнь? Ну, это такой себе отзыв титулов можно. Поэтому после того, как мы изменим положение женщин, мы будем отзывать титулы. Пока что... Меняем положение женщин и начинаем войну. Так, не так это делается. А что, опять все это жрать надо будет? Ну, опять. Ладно, посмотрим. Есть тут что-нибудь интересное? Одна. Ну, это непонятно. Вроде как одна пробка тоже. Ярлство. Вот, ярлство. Не понял. А почему количество престижа увеличилось? Да, там же Т-200 требовал. Ты же 200 престижа требовал. Почему теперь 378?
Черт возьми, война откладывается. Да, откладывается, что очень как не, что очень плохо. Тогда за интересом будем просто смотреть за твоими приготовлениями. Нет, не твоими. Твоими? Да. 5 сентября. Еще один год и будем. Будет война. Выбрали принятие закона, незначительное положение женщин. Это хорошо. И один ребенок умер. У тебя сколько? У тебя 3000. Короля Шотландии. А то не у католика меньше 2000. Я уже не надеюсь, что случится чудо и кто-то из вассалов пойдет на Данию. Тяна Исламика, кстати говоря, армия меньше 1000 человек. Потенциально войско союзников 2000. Ну, если мы, если ты захватишь Шотландию, то это принесет нам 3 провинции. Не знаю, хватит ли нам этого или нет. Точнее, нам этого точно не хватит, но хватит ли нам 3 провинций Шотландии и 3 провинций в Дании. Какая-то новая война началась. А, нет, никакой новой войны не было. Опять у Москвы там что-то... Опять там московские титул узурпировали. Это Пруссия? Это Чернигов. Черт. Прошло уже много времени с тех пор, как последний раз... Я последний раз ходил на охоту или занимался воинскими упражнениями. Мое тело, возможно, уже не то, что раньше. Но проводя больше времени дома с прекрасной женой, я понимаю, что это именно то, что мне нужно... Ну, это уже читали. Возможно, станем жирным, а увеличится плодовитость, улучшится общее мнение, но только на 14 лет. Ваш добрый нрав может и хорошее настроение может помочь вам наладить отношения с родными. Также на диету. Ради здоровья. А жирное у нас ухудшает здоровье. Личные боевые навыки и мнение племени. Это не факт, что мы станем жирным. А с какой вероятностью, я не знаю. Может, пробовали садиться на диету. Вообще не вышло. Теперь мы жирные. Кто добрый семенин? Ну, половина семени это не надо, общее мнение. Наша дочь, кстати говоря, до сих пор в темниц. Один из хвей. Может быть, ей через подарок? Может, она через подарок сможет выкупиться? Нет, я не знаю. А. Мы можем съесть так. Возмутительно, Хабри только что сказал мне, что если я не перестану есть, то скоро не смогу стоять, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать. В ее словах есть смысл. Здесь надеяться, что привести на себя форму. Лишимся доброго семенина. Строгая диета. Лишимся доброго семенина. Ради здоровья. Или это не твое дело? Давайте попробуем опять сесть на диету, кстати говоря. Да, мы все-таки лишились. Третий жирный, это замечательно. Так, против меня еще какой-то четвертый стал. А, иудаизм. Зальцбург. Зальцбург. Надо было начинать войну сразу же. Кто же знал? Праздник тоже не можем сделать. А, улучшил отношения. Здорово. Никого мы получать не можем. Требовать выкуп. Некоторые люди нас просто ненавидят. Это тот, который считает нас врагом? Или который тираном? А, это тот, который считает нас тираном. И за что он считает нас тираном, но 160 я не понимаю. Ну, за совет вообще никто не претендует. Вообще все против. А, нет, один только. Только что. Ой, он берсерк, он гордый, он пылкий. Чем он так понравился?
Ну да, 22 военных навыка. Мне бы он тоже понравился бы. А, кстати говоря, обычный вождь, он... Он не ярл. То есть он у нас просто снижает, повышает лимит. У нас 36 лимита, я не знаю, что с этим делать. Так, еще один укрупнил германское язычество. Доступно новое решение, попытаться вылечиться. Мы все-таки от рака страдаем. Давайте попробуем. Госпитальерское восстание. Не, ну я не знал, что у вас может быть восстание. Что, давайте попробуем. Навара появилась. Но мусульмане все окончательно по себе убрали. Но установленное Аквитания расширяется в земли своей Арагон и Кастилии. Лечим. Что у нас по религии? Явно полегчало. В Британии все очень плохо, потому что здесь католицы, здесь вообще ничего не меняется. А в Скандинавии пока что германское язычество, особенно на территориях Финляндии и Руси, очень быстро продвигается. Территории остальной Европы такой себе. Ярл Ниженка. Тебе очень идет название, точнее прозвище. Что там с Данией? Я надеялся, что мы сможем как бы начать войну. Но мне ничего подобного. Можем Шотландию потребовать. Ох, кстати говоря, у тебя земли повсюду. Скоро будет, кстати говоря, вторжение. Если мы повсюду получим земли, то сможем неплохо так расшириться. О, Чернигов. Потому что у нас еще... Да, слушай. То есть у нас до сих пор... Язычник, вот я вспомнил. Тогда мы начинаем войти за Чернигов. Я бы, конечно, завоевать все королевство. Или что у тебя там? Ну, придется и подождать. Можно Великую Моравию потребовать, но опять же, только там несколько прок. Тебе неплохо. Вождество. Нам это не надо. Ой, что там где-то? Где Дания? Вот Дания. 360 престижа. Ты намеренно издеваешься надо мной? Ну ладно, можем начать войну с Черниговым. Выиграть ее. И просто ждать, пока закончится война с Египтом. И от этого получим престиж. Да. Чернигов вообще очень сильно разросся, как я вижу. Его сам стать не хочет. О, кстати говоря, Вильну захватили. Вильну. Чаще пламя. Прусаки взяли. Молодцы прусаки в этой катке. Нитро тоже молодец. Ну, давайте начнем войну за Чернигов и надеемся на то, что у нашего вассала с 6000 хватит сил для победы над 3,5. Хотя у него еще союзники могут предоставить до 9000. Посмотрим. Он, кстати говоря, еще сопротивляется в войне, в двух войнах. Да. Война с Черниговым, так с Черниговым. Опять придется, правда, со всем языческим миром воевать. Дания, кстати говоря, тоже придется. Дания тоже придется. Ну и фиг с ним. Тогда, может быть, как раз таки за время войны с Черниговым мы как раз таки успеем Что мы успеем? А, у нас кончится перемирие за ней.
Так, а почему у меня, кстати говоря, нет нормальной де юре претензии на Тарбату? Герцо, скала. Ну, потому что у меня нет герцо. Скала. Еще один герцо и 40 земель. Ладно, у меня есть какие-то претенденты. Да, есть один придворный. Иди тогда ко двору. А мы пока будем подготавливать нашу армию. Как жаль, что ты не хочешь стать нашим вассалом. Все, теперь можем набить на... Нет, не можем нормально набить войну. А вот нужно, чтобы он был вассалом. Странно. Не, ну можем, правда, и так сделать. Где там Тарбату? Можем из-за войны округа. Но я хотел бы все-таки де юре захватить. Да юре приятнее. Чем у нас прагматик? Противник слишком силен. Мы так по уши в войне. Война скоро закончится. Сейчас зайдем и начнем войну. Блин, я еще не теряю надежды на то, что мы начнем войну с Данией. Ну. 364 престижа. Намеренно троллите. То есть 68. Еще и деньги минус ушли. Почему у нас такой маленький доход стал? Из-за чего? Это из-за того, что у нас такой дикий лимит вассалов? А, у нас еще канцлер умер. Обидно. Соперника мы делать не будем. Можем будет сделать какой-нибудь Ярл Холмогор. А к тому же у него это навык еще более или менее. Один из такой себе навык. Чем? Что будешь делать? А какие вассалы нас не любят? Нас не любят всего два вассала. Но опять же, это из-за войны. Так, у этого тиран, у этого мы враг. Поэтому будем пытаться улучшить отношения с Нитрой. Вот, да, у тебя тут столица. Не улучшай отношения с Нитрой. А французы тут еще что-то забыли. А во Франции за область Гольштейн. Хватит его распирать. Да. Я его хотел захватить. Роза миропорядка, я уже меньше 30%, но все равно много. Умнешка, все равно. Так, требуем еще денег. Наш канцлер освободился. Нет, ну нет, ты уж совсем бесполезный. С другой стороны, нам сейчас канцлер вообще не нужен. Мы можем встать сюда просто, чтобы вассалы не злились. Да, мы сами пока что. Тебя и шансом того, что у тебя улучшены отношения чуть больше, чем провал, ты идешь улучшать отношения с Нитрой.
378 престижа. Престиж все растет и растет. Хотя у нас... А у нас престиж стал расти. Топ. 378. 378. Так, началось сражение. Будем наблюдать 6000. И корабли у тебя тоже есть. Додумался использовать корабли. Я рад. Можем объявить 383. Как бы повысить престиж, я не знаю. У нас престиж растет, возвращайтесь. Я знаю, что это самурно выглядит, но я не думал, что начнет расти. У нас гвардия сейчас составляет 13 тысяч. Так хватит узурпировать, у меня канцлер когда-нибудь появится уже. Минус 86, почему? Надо на титул, потому что его оба амбициозны. Иди обратно. Обратно, почему у тебя такой плохой навык? Ладно, улучшай отношения. Вообще с любым, с родовым направителем. Вообще без разницы. Повышает отношения с шотландцами. Это вообще пофиг. Нам канцлер сейчас не нужен, реально. Нам и не нужен. Сейчас попробуем создать культ. Ради дополнительных воинов. 377. Там было 378, чуток вырос. 388. Может, можем сейчас? Ну, практически сейчас. Еще 2 месяца. Наш престиж все-таки стал расти. Как же я надеюсь, что мы тут не умрем. А доход он ушел в минус. Престиж стал еще. 394.5. Реконкиста. Опять идет реконкиста. И католики на нее отвлекутся. Кто это? Придворный лекарь. У нас есть прекрасный придворный лекарь. Ротест. Давайте тебя назначим. И назначим какого-нибудь ярла. Эксмат. Но он с плохого мнения. Каргополь. Придворный учитель. Так себе говоря, хороший. Это не наша жена? Нет, она могла бы стать нашей женой, если все получилось. Герман. Герман. Да, я всех просто, у кого у нас плохое отношение. Ну и обычно придворный. Вот ярла можно поставить. Я говорю, выглядишь как твой отец. Триста один. Да, я могу. Единственный совет против, потому что, наверное, перемирие. А нет, потому что он сильный. Сейчас другие более важные войны. И так. Мародеру обычно противоположно.
Черт возьми. Черт возьми. Кого можно убрать? Управляющего разве что. А, и тайного советника. Тайный советник тоже можно убрать. Кто у нас хороший тайный советник? Ярл? Да, точно такой же навык. Только теперь он будет не против. Ну, за Гената нашего вообще никто не будет голосовать. Что ж, в момент Рождества мы заканчиваем нашу серию. И уже в следующий, наконец-то, начнем войну с Данией. Хотелось бы начать ее раньше, но так уж получились обстоятельства. Ну а с вами был Shadowmaster. Всем всего хорошего.